Мы отдаем день памяти ветеранам Великой Отечественной войны, которые вернулись с полей сражения, и тем, кому посчастливилось увидеть победы. Победный май 45-го и многие годы мирной жизни. Главная цель автопробега, которую поставили перед собой его участники, то есть мы с вами, донести до сердец всех участников Великой Победы всенародную любовь и благодарность отдать память героям, которые сражались в годы Великой Отечественной войны против немецких фашистских захватчиков, а также выразить благодарность людям того времени, которые приняли участие в помощи фронту. Нам, молодому поколению, важно знать, какой ценой достиглась победа. Знать не только для того, чтобы поклониться силе, духа и мужеству защитников Родины, но и для того, чтобы признать от них эту эстафету великой отечественности за судьбу своей отчизны следующих поколений.